Всем привет! По заказу интернет-магазина F-Magazine проведу видеообзор воблера от японской компании Lucky Craft модель LC1.0SSR. Данная приманка имеет длину 55 мм. Вес воблера 10 грамм и он обладает положительной плавучестью. Приманка является крэнком, имеет такую вот достаточно классическую геометрию тела. В головной части воблера установлена компактная лопатка длиной 11 мм. Ну и лопатка, несмотря на то, что она достаточно миниатюрная, она прочная и достаточно мощная. В передней петле установлено овальной формы заводное кольцо. А в других петлях установлены классические заводные кольца диаметром 6 мм. Воблер оснащен двумя тройниками. Тройники имеют длину 2 см, сделаны из средней по толщине проволоки и имеют темное покрытие. Воблер достаточно шумный. На проводке издает вот такой вот достаточно громкий звук. На равномерной проводке воблер имеет активную частотную игру. Кроме равномерной проводки, также можно анимировать данную модель и проводкой Stop & Go. Приманка прекрасно подойдет для облова мелководных участков водоемов, так как заглубление у приманки до 30 см. Ну и также, когда водоросли, ну или трава высоко поднимаются к поверхности, ну и прослойка чистой воды достаточно небольшая. Ну вот как раз вот в таких условиях данный подповерхностный воблер себя отлично проявит. Lucky Craft LC 1.0 SSR прекрасно подойдет для ловли щуки, крупного окуня, головля, ну и другой хищной рыбы. Выпускается он не так давно. Ну и в ассортименте Lucky Craft приманка представлена в 7 цветах. Вот у меня воблер представлен в цвете BP Golden Shiner. Ну и как и все воблеры от компании Lucky Craft, данная модель также выпускается в Японии. Приобрести данный воблер можно в интернет-магазине F-Magazine. Ссылку оставлю внизу под видео. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!